Наше блюдо родом из тунисской кухни. Ого. Называется схабе. Это фаршированные конвертики с языка. Николи не їв, не чув і не знав. В оригинальном рецепте его готовят из говяжьего языка. Ага. Но почему бы его не попробовать сделать из свиного? Для приготовления этого блюда нам понадобится свиной язык, свинина, сыр гауда, яйца, натуральный йогурт, панировочные сухари, рафинированное растительное масло, белый хрен, лимон, петрушка, укроп, соль, черный молотый перец. Для начала беру 100 грамм сыра гауда и отправляю в морозилку на 10 минут. Для чего его заморозить? Непоганый початок. Ага. Сыр должен очень хорошо затвердеть. А пока давайте возьмем 150 грамм свиной лопатки. Нарезаем произвольными кусочками. Из лопатки готовим фарш. Отправляйте сразу в измельчитель. Надя, добавь пока, пожалуйста, 1/2 чайной ложки соли, 3 чайные ложки черного молотого перца. И перебиваем. Надя, а ты тем временем измельчи, пожалуйста, 3 веточки петрушки. Доброе. Фарш готов. Надя, ты можешь добавить измельченную зелень в фарш. Виталий, возьми, пожалуйста, мисочку и отдели желток от белка. Мы будем использовать желточек в этот фарш. И хорошо вымешивай руками до плотной однородной массы. Оставляем фарш настаиваться. А теперь мы подготовим конвертики из языков. Так. У нас есть 3 языка. Угу. 2 я передаю вам. Берем ножик и разрезаем язык пополам, поперек. И получается у нас 6 частей. Теперь в каждой половинке языка со стороны среза по центру делаем вдоль надрез. В глубину на 2,5 сантиметра, не дорезая до краев, по сантиметру. И посередине поворачиваем нож на 90 градусов и делаем точно такой же надрез. Получается конвертик. Эти конвертики мы будем фаршировать. Надя, берем сотейник на 2 литра и готовим фритюр. Наливаем 0,5 литра подсолнечного рафинированного масла. Теперь берем порцию фарша, берем ложечку и наполняем наши конвертики. У Виталия отлично получается, мне кажется. Не перевершено. Гуру по приготовлению языков. Сверху посыпьте 1 чайной ложкой соли и 0,5 чайной ложки перца. Я достаю сыр из морозилки. Надя, натирай сыр на мелкой терке. А, хорошо. Я так и догадался, он будет так легче натираться. А Виталик забьет в миске 2 яйца. Берем мисочку, туда насыпаем 2 стакана панировочных сухарей. Теперь к яйцам нужно добавить сыр. Надя, включи, пожалуйста, духовку на 180 градусов. Добре. Оригинальный такой кляр получается. А масло должно прогреться до температуры 160-190 градусов. Не-н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 е
Как это сделать? Нужно взять деревянную ложечку. Опускаем ложку в масло. Если вокруг ложки начинает шипеть, видите? Е, пузыречки е. Появляются мелкие пузырьки, значит, масло нагрелось до нужной температуры. Фритюрница готова. Фритюрница готова. Конвертик мы обваливаем сначала в панировочных сухарях, потом в смесь яйца с сыром и во фритюр. Обжариваем по 2 языка. Обжариваем по 5 минут. Надя, застели, пожалуйста, тарелочку в бумажных полотенцем. Посмотрите, какая красота получается. И так швидко? Да. Запашок. Отлично. Цікаво, а фарш за стільки часу вже приготувався? Это наш следующий секрет. Нам нужно отправить их в духовку и довести их там. Надя, застилай, пожалуйста, противень пергаментом. Виталий, а ты перекладывай конвертики. Накрываем противень фольгой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. 15 минут прошло, конвертиком запекаться еще 5 минут, а тем временем мы приготовим соус. Соуса за 5 хвилин? У нас будет йогуртовый соус с хреном. Берем мисочку, отправляем туда полстакана натурального йогурта. Также туда нужно добавить 3 столовые ложки белого хрена. А ты, Надя, возьми лимон и выжми из половинки сок. А я пока порублю 3 веточки укропа. Пожалуйста, добавьте туда щепотку соли и щепотку молотого черного перца. Туда же мы отправляем укропчик, который я измельчила. Все так швидко. И пол столовой ложки растительного масла. И хорошенько все перемешиваем. Ох, класс. Переливаем в соусник соус
і вже можна доставати наші схаби з духовки. О, єс! І з соусом. Язик можна проглотити. Так ти ж його якраз і їси. Да. Зі скориночкою тільки, з таким потрясаючим соусом. А ти казав, язик у клярі, язик у клярі. Дівчата, ви сьогодні мені розкрили свій секрет потрясаючі страви, яка перевершила у ті ресторані. Ми так і задумували. Вам це вдалося.